25 октября на главной площади Донецка состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню флага Донецкой Народной Республики. Огромное количество людей со всех городов и районов молодой республики съехались на центральную площадь, чтобы отпраздновать этот замечательный праздник, символизирующий для всех граждан республики новую жизнь и независимость. Год назад мы поднялись на защиту своей Родины, на защиту чести и достоинства каждого человека и на защиту своего флага. Этот флаг прошел с нашими ребятами через все испытания. И Савармагила, и Дебальцева. Его с гордостью поднимали над освобожденными городами и селами. Вы знаете, посмотрите на этот флаг. Черный цвет этого знамени означает нашу землю, наш уголь, наши недра, наше богатство. Синий – это духовное единение нас с вами. А алый цвет – это цвет доблести и пролитой крови наших героев. Не важно, в какого Бога мы верим, не важно, какой мы национальности. Важно, что мы дончане, что мы жители Донецкой Народной Республики. Это наше знамя. А теперь слушаю мою команду. Знамя Донецкой Народной Республики поднять! Нам еще очень много предстоит сделать. Нам действительно есть уже чем гордиться. Но мы находимся в начале пути. Но одно хочу вам сказать. Мы с вами уже есть. Донецкая Народная Республика есть. Все символы есть. Я уверен, что у нас с вами все получится. С праздником, Донецкая Народная Республика! Ура! Счастья в танцевальном флешмобе! И, конечно же, вам, жители Донецкой Народной Республики! После окончания поздравлений и торжественной части всех собравшихся ожидала яркая концертная программа и праздничная дискотека.